Давид, пожалуйста, комментарий по сегодняшней игре. Была очень хорошая игра. У нас был сегодня хороший противник, серьезная команда. Насчет игры. Оба команды хорошо сыграли. У нас новый тренер, новая команда. Мы сейчас начинаем и, думаю, очень хорошо сыграли. У вас очень сильная команда, два очень серьезных бразильцев. Там все очень опытные игроки. И удачи вашей сборной. Спасибо.